Так, друзья, снимаю двух косуль. Вон там стоят. Приглядываются ко мне, я к ним. Сейчас постепенно приближаюсь. Вот такое расстояние. Да, еще бы миллиметров 100 фокусного, было бы все круто. Сейчас я уже их спугну. Одна уже спряталась за кустарником. Вторая еще держится, но все, тоже ушла. Сейчас двигаюсь к лощинке. А, возможно, там кого-нибудь застану. Вообще надо забрать свою фотоловушку. На полтора месяца стояла. Может быть, что-то интересное и сняла. Вот нас. Такая ледяная, у нас как ледяная грунтовка. Ну, естественно, сейчас вот, если заходить в лес, там буду проваливаться местами по пояс. Вот здесь косулька притомилась. Такая вот небольшая лёжка. Одна причем, больше нету. Жаворонок поет. Замечательный сегодня денек, очень тепло, прогуливаться просто красота, да и так птиц послушать. Вон тут и овсянка, и коноплянка. Южные склоны уже растаяли, местами такие проплешины появились. А весна вроде бы такая дружная начинается. В марте зимние группы животных, необходимые им для выживания в холодные снежные времена, распадаются. Вне моих наблюдений мне встречались уже небольшие группы, по 2-3 особи. Лишь в одном случае было 4, но там была интересная ситуация, о ней расскажу чуть позже. Снимал косуль в основном издалека, но вот в дождливый день, в момент, когда животные залегли на дневную лёжку, подошел довольно близко. Благо, что и ветер был в мою пользу, да и шум дождя на руку. Так эти дни провел довольно плодотворно. Мне удалось понаблюдать, как мигрируют косули в пределах своих кормовых угодий. Сейчас косуль можно встретить в полях, где они ищут корм, а в леса устремляется только в случае опасности. Лёжку также могут устроить прямо в поле, на склоне оврага или в небольших ямках. Издалека, в тумане или во время дождя, их можно принять просто за оттаивший холм земли. Обычно я замечал, что косуля у нас обитает в сосновом лесу и прилегающий к нему лиственному редколесью. Я не раз наблюдал, как стада 10-15 голов бегут из одного леса хвойного в другой. Но в этот раз все не так. Во-первых, возможно, стал доступнее корм на оттаивших сельхозполях, а во-вторых, со стороны сосняка, где обитают животные, слышались выстрелы охотничьих ружей. История про этот квартет. Три косули вышли из леса и направились в поле, где они обычно раскапывают себе корм из подстаившего снега. Там уже было еще одно животное, которое мирно дремало. Когда троица проходила мимо отдыхавшего сородича, косуленок, может быть годовалый, начал мордочкой тыкать в бок. Продолжалось это действие где-то полминуты, не больше. Животное наконец поднялось и присоединилось к этой троице. Ну и вот моя фотоловушка. Полтора месяца здесь простояла. Хотя, по-моему, даже больше.